Ангел пусть вас в этот вечер хранит. Будет пусть меньше невзгод и обид. И за здоровье во благо свечка пусть в церкви горит. Вечер крещенский благодать пусть вас легко коснется, пусть добротой наполнит вас этот крещенский славный час. Хранитель ангел в этот миг, хранитель ангел в этот миг, хранитель ангел в этот миг вам улыбнется. Вечер и ночь, утро и день, год за годом греет огонь. Трепетом надежды томит души первых. Новое вино, новую кровь, время повернет в посолон. Белая рубаха да крест, время верных. Заново в солнце родится пламя внимательных глаз. Жизнь мерить чисто. Всем доброе утро. С праздником. Сегодня 19 января 2020 год. Крещение. Нахожусь на купеле крещенской. 11:30 дня. Сейчас подойдет священник, мира сядет, и затем начнется празднование крещения. Хотя уже с самого утра люди купаются в роднике. Вон девушка зашла в розовом купальнике. Ноль градусов, ветерок маленький. Люди мерзнут. Еще освящения не было, праздник не начался, батюшки мира нету, люди подходят, но уже купается с самого утра народ. Взяла стрела, собралась. Ждем начала. На улице 0 градусов, но влажность повышена. Немного ветерок, поэтому так чувствуется неуютно, прохладненько. В это время люди работают. Буксируют баржу по Днепру. Военные подошли. Thank you.
воды. Да, то хотя бы за полчаса предупредите, и где вы будете, я вас это организуем эту экскурсию, и по пути проедем основу, там умничка, и она, видно, настроилась. Ой-ой-ой, ну холодно. Еще сейчас окупается, это, не с головой, вот я не могу еще окунуться, чтобы голову не намочить. Еще праздник не начался, они, ой-ой, сальто. Вот так вот. Не успел. Девочка молодец, построилась. Да. Ну, народу много, да, кто уже завертелся? А ушло, с утра мы было еще порасходились. Да. Ну, что нам быстро, погода не позволяет. Ну, я три часа ночи покупался. Молодцы. Я раз тут. Хорошо справляется. Дышка готовится. Вот тренер по боксу, депутат Саша Курдов решил искупаться. Thank you.
Славімо Його! Саме в цей день люди так вітаються один з одним. Свято Водохреща, що відзначається 19 січня, має іншу назву – Богоявлення. Може виникнути закономірне запитання, чому Богоявлення названий не День народження Ісуса Христа, а саме цей день? Відповідь проста. Справжній день – не той, в який Христос народився, а той, в який Він хрестився і освятив воду. Сьогодні, в цей знаменний день, ми зібралися з вами на березі древнього Славутича Дніпра на велике хрещення води. Хрещення – одне з найдавніших християнських свят, що знаменує появу рятівника, Сина Божого, з Йорданською святою водою, що Ісус, що хрестився, завжди в потребі заступився за весь наш рід і за родину, за нашу неньку Україну. Щоб гості з'їхались бажані, Христос хрестився в Йордані. Співає Марія Глушакова. Тому так холодно. Що в цей день хрестять, святять воду. Опівночі вода в річках, як вірили люди, хвилюється. Що там під кригою діється, то невідомо. Та вже ж набрана з річки опівночі, тобто рівно о 12-й годині ночі. Перед Водохрещем вода, вона цілюща. Її зберігали під образами на випадок пораження або важкої хвороби. Цим святом закінчується цикл різдвяних свят. Зірниця з неба світло кидає, Ісус сьогодні хрещення приймає. Нехай же зірниця в Йорданській свята, свята несе всі злагоди до вашої хати. Рік старий минає, виконує вітер мандрів. La 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 la
народжується на світ. Після хрещення в людини починається нове життя. Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом, зігріє щедрівка вам серце теплом. Хай радість, достаток наповнять ваш дім, оселяться щастя і спокій у нім. Христос хрещається! До великого хрещення води запрошується секретар Новокаховської єпархії протоієрей Миколай. Огромное спасибо, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Всех вас поздравляю с сегодняшним праздником. Действительно праздник общий. Теперь я хотел бы, прежде чем мы совершим эту небольшую, но очень духовно насыщенную и вестимую молитву, мне хотелось бы очень попробовать, по крайней мере, совместить ту народную радость крещения Господнего с тем историческим событием, которое совершилось очень давно. Где есть что-то общее, а где есть то, чего нельзя. Нельзя не потому, что церковь обещает, потому что есть у нас совесть, есть у нас культура и нравственность, и некоторые моменты, ну, мягко говоря, не стыкуются. Начну, наверное, с самого важного. Как это было? Вот вечером, если я был с детьми, день крещения Господнего, ну и скамеечки, уже группы изрядно поддатые, уже с криками «Смотри, как я могу!» и все такое дальше перечислять не буду, но немножко грустно. Грустно, потому что теперь я попробую глубоко. И что было тогда? С чего все начиналось? Откуда взялась такая прекрасная радость, которая до сих дней сохраняется в нашем сердце? А начиналось все с того, что Иоанн Креститель вышел на берег Иордана, чтобы каждый человек мог приготовить себя, свое сердце к принятию Христа Спасителя, к принятию той правды и истины, которая делает человека свободным. Он обращался к людям со словами «покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное». Вы знаете, слова такие, которые, может быть, мы очень часто слышим, и мы думаем, ну что, опять это просто, это скучно, это все как-то не так. Покаяние, это слово такое странное. Так вот, между прочим, вот это вот слово «покаяние», оно является началом той радости, которую мы сохраняем до сих дней. Покаяние – это изменение нашей жизни от худшего к лучшему. Покаяние – это то чувство, когда человек меняет свою жизнь, и ему уже не стыдно смотреть в глаза своему соседу. Это то чувство, когда мы меняемся и уже не лицемерим, не лукавим, а делаем свою жизнь правильной, кристально чистой. И приблизилось Царство Небесное. Это не потом тогда, когда мы уже помираем все, вдруг что-то произойдет и начнется что-то, чего мы не знаем. Итак, Небесное Царство, как говорит Христос, это внутри нас оно есть. И когда человек научится прощать, когда он научится любить, когда он научится не обманывать, а жить честно, вот тогда сердце его исполняется радости. Вот тогда Небесное Царство наступает в этой жизни, и тогда мы по-настоящему приносим покаяние, то есть меняемся, мы становимся лучше. И поэтому множество людей приходили к Иоанну Крестителю и совершали крещение покаяния. Это не то крещение, которым крещены мы сами, наши детки, это другое крещение, крещение покаяния, крещение изменения. И люди шли и с просьбой к Богу о помиловании просили, чтобы Господь помог им измениться. А вот были и такие, они сейчас есть, которые стояли где-то там на холме и говорили: «Да ладно, да что ты такое говоришь? Какое покаяние, какое небесное царство? Мы же дети Авраама». Тебе, Боже, приносит имя Твое, и Дух.
Велиси, Господи, и чудно дела Твоя, и не единожды слово довольно будет пению чудес Твоих. Велиси, Господи, и чудно дела Твоя, и не единожды слово довольно будет пению чудес Твоих. Велиси, Господи, и чудно дела Твоя, иди и ныне наедим святого Твоего Духа, и освяти воду сию. И дашь ей благодать избавления, благословение Иорданова, сотвори ее нетление источник освящения дар грехов разрешения. Недугов исцеления, демонов губительных, сопротивным силам неприступно, ангельские крепости исполнены, да все почерпающие и причащающиеся имеют ее к очищению душ и телес, к исцелению страстей, к освящению домов и ко всякой пользе изрядно. Ты бойся, Бог наш, и живодуй духом обновивый, обетшавшее грехом естество наше, ты еси Бог наш, водою потопивый приной грех, ты еси Бог наш. И же морем, свободивой от работы фараоне, Моисеем роду еврейским. Ты боиси Бог наш, разразивый камень в пустыне и потекоша воду, и потоцы наводнишася, и жаждущие люди твоя насытивы. Ты си Бог наш, и же водою и огнем применивый Илье Израиля трепсти валовы, сам и ныне владыка освети воду сию духом твоим святым. Сам и ныне владыка освети воду сию духом твоим святым. Сам и ныне владыка освети воду сию духом твоим святым. Дай же всем прикасающимся ей, причащающимся и мажущимся ей освящение, здравие, очищение и благословение. И спаси, Господи, всех православных христиан и сохрани их под кровом твоим в мире, покори им всякого врага и супостата. Даруй им вся яжика спасению, прошение и жизнь вечную. Да и стихиями, и человеки, и ангелы, видимыми и невидимыми славится Твое Пресвятое имя, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Главы Ваши, Господи, преклоните. Ты боиси освящение наше, и Тебе славу воссылаем и поклонение с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Яко благо человека любит. Спаси Господь, братья и сестры, сейчас я
как и у всех, с мутной водичкой. И с Богом помните, что празднование крещения Господня – это прежде всего изменение нашей жизни. Спасибо, Господь. Давай мы сейчас как раз будем переодеваться, это, да. Все, давай, да. Да, девочки, а что ты сейчас платишь? Пошому скупатися в святій купелі. Змастити свої очі, щоб добре бачили, вуха, аби чули тільки гарні слова, та лоба, щоб мудрою була голова. Підходьте, люди добрі, зробіть те, що ми вам говоримо. Хай вода святая скропить ваші личка і окропить зовні, щоб були здорові. Хай окропить хату, щоб в ній зла не знати. Скропіть свою родину, щоб жила щасливо. Зі святом!
Богові були, як вода, багаті, як земля, на чисту воду та на гарну вроду. Віншуємо вас щастям, здоров'ям, з цим великим святом, щоб ви в щасті і здоров'ї всі свята провели та других дочекалися. А для вас співає театр української пісні «Вітер мандрів» міського палацу. І свято вже далі, друзі! Бою в полі Кременченка, а молода Лапниченка. Всіх смачною, з Йорданською святою водою, щоб Ісус, що охрестився, завжди в потребі заступився за весь наш рід і за родину, і за нашу неньку Україну. Зі святом! Бажаємо здачі, що віддячі усмішні гуляли навкруги.
очі наші віру зберегли. Хай вам щастить у ваших родинах, хай вам щастить у вашім житті, хай вам щастить і нашій країні, хай всім щастить на рівні землі. Хай вам щастить у ваших родинах, хай вам щастить у вашім житті, хай вам щастить і нашій країні, хай всім щастить на рівні землі. Хай вам щастить у ваших родинах, хай вам щастить у вашім житті, хай вам щастить і нашій країні, хай всім щастить на рівні землі. Хай вам щастить у ваших родинах, хай вам щастить у вашім житті, хай вам щастить і нашій країні, хай всім щастить на рідній землі, хай всім щастить на рідній землі. Зі святом! Свято продовжується, тож принесіть додому йорданської водички, окропіть всіх, вмийтеся самі. Хай буде щастя в вашому домі, будьте ви самі здоровенькі, щасливенькі і добріші один до одного. Зі святом! Официальная часть праздника закончена, кто еще подходит купаться, глинтвейн, кто пьет, кто веселится, танцует, я ухожу, продолжать будем в другом месте. Водички крещенской нам жаль.